Когда наступает сезон щавеля, нужно обязательно постараться и успеть заготовить его на зиму, чтобы потом готовить вкусные, полезные блюда с его ароматной ноткой круглый год. Сначала нужно тщательно вымыть зелень проточной холодной водой, уделяя внимание каждому листику. Теперь нужно максимально подсушить щавель. Для этого можно расстелить чистое кухонное полотенце, выложить вымытый щавель и промокнуть его так, чтобы листики стали сухими. Отрезать тонкие стебли и мелко нарезать листья щавеля. Переложить нарезанный щавель в пакет. Чаще всего я использую пакеты с замком Ziploc. Равномерно распределить щавель в пакете. Закрыть его, максимально убрав воздух с помощью трубочки для напитков. Пакет с заготовкой нужно обязательно подписать. Отправить заготовку в морозильную камеру на длительное хранение. Замороженный щавель – это очень удобно. Его не нужно предварительно размораживать. Можно использовать для приготовления блюд в замороженном виде. После приготовления замороженный щавель ничуть не будет отличаться от свежесорванной зелени.